В Дербенте сносят незаконно возведенные объекты. Так, накануне по решению суда судебные приставы демонтировали пятиэтажную пристройку по улице Саида Габиева, 28А. В связи с отказом должника добровольно снести объект, были приняты меры по принудительному исполнению. Мэрия Дербента призывает владельцев таких незаконных построек не препятствовать сносу строений. По словам специалистов, в таких вопросах необходимо проявлять сознательность, устранять все нарушения и исполнять выданные предписания в досудебном порядке. Так можно невооруженным глазом тоже посмотреть, как этот объект дал крен. Он отошел от многоквартирного дома. Строительство объекта, она предусматривает определенные нагрузки, но точно не такие нагрузки, как залитые пятиэтажные пристройки.